Опять ты едешь в эту грязь, опять ты едешь в эту... В обжатник. Мне на самом деле казалось, что все равнодушные. Нельзя. Меня встречали, вот я прям говорю, люди с волчьими глазами. Относиться к ним по-доброму, ну, далеко не каждый сможет. Что же происходит с миром и с нами? Потом, ну, наступил момент, когда я поняла, что я просто умираю. Я просто сказала: Господи, помоги мне или забери меня. Спасибо тебе, ты великий человек. Смотрите программу «Обернитесь» 14 декабря в 18:45.